Политехнические электромеханические колледжи в Бердске ожидают реорганизация. На их базе планируют создать единое среднеспециальное учебное заведение. Оно охватит более 1500 студентов. Что изменится? 21 января Бердский политехнический колледж прекратил деятельность как отдельная организация. Его присоединят к Бердскому электромеханическому колледжу. Распоряжение об этом правительство региона выпустило еще в сентябре прошлого года. Сейчас мы ждем такого листа записи из ЕГРЮ о том, что будут утверждены изменения в устав нашего учреждения Бердского электромеханического колледжа. Учреждение будет носить название Бердский политехнический колледж. Все образовательные программы останутся те же. Обучение как шло в Бердском политехническом колледже, так и в Бердском электромеханическом колледже, по каким программам по подготовке специалистов и профессий, все сохранены. На сегодняшний день у нас будет 15 специальностей, обучение по 15 специальностям и 5 – это профессии. То есть все сохранено. Единственное, как мы понимаем, что это коснулось управленческих кадров, но на сегодняшний день все трудоустроены. В педагогическом штате работают более 170 человек. Колледж охватывает 1700 студентов. Уже в этом году выпускники получат дипломы нового образца.